Вон, видите, на окне лежит телефон. Я несколько минут назад запустил на нем новый пассивный заработок. И сейчас, прям вот сейчас должны уже прийти деньги на Киви. Вот, сейчас ждем. Сейчас звук должен быть. Опа, пришли, быстрее, побежали! Лох, пойду-ка я посмотрю на приложение. Начнем с приложения для полностью пассивного заработка Fire Money. Я вам о нем недавно рассказывал, и с тех пор я работаю в нем практически каждый день, постоянно вывожу деньги. И сейчас на примере своего аккаунта проверю вывод, ну как видите, приличной суммы. Но для тех, кто не знает, суть заработка в том, что вы смотрите рекламу и за это получаете деньги. Вот, жмем «Заработать», и у нас запускается рекламка. Ну да, она запускается иногда не сразу, но вот, запустилась. И кстати, реклама здесь бывает двух типов, в виде картинки, как сейчас, и в формате видео. Рекламу в виде картинки можно сразу же взять и закрыть, ничего ждать не надо, но за нее платят немножечко меньше. А вот видео рекламу нужно досматривать полностью, прям до конца, и за нее платят уже в разы больше. И в среднем за рекламу в виде картинки здесь платят от 0,02 до 0,06 рублей, а за видео рекламу платишь до 0,10 рублей. И так эту рекламу открывать и закрывать можно вообще бесконечно, но многие из вас мне написали, что в подобных приложениях часто заканчивается реклама. И сейчас я вам покажу лайфхак, который позволит сделать так, чтобы реклама никогда не заканчивалась. Итак, когда у вас закончилась реклама в любом приложении, то заходим в настройки вашего телефона, листаем в самый низ, здесь выбираем Google, здесь тоже листаем в самый низ, нажимаем реклама и тут нажимаем сбросить рекламный идентификатор. Окей. Все, после его сброса у вас 100% снова начнет появляться реклама вообще в любом приложении, и так его сбрасывать в среднем нужно там, ну, 1-2 раза в день. И, конечно же, в этом приложении смотреть рекламу от открывать и закрывать вручную не обязательно. Для этого приложения есть макрос, который сможет смотреть эту рекламу за вас и приносить деньги на полном пассиве. Этот макрос приносит от 100 до 150 рублей в сутки в зависимости от того, какая реклама вам больше всего попадалась. И о том, где этот макрос скачать и как его установить, я показал вам в прошлом видео об этом приложении. Это видео сейчас появится тут в подсказках, поэтому обязательно его смотрите и тогда начнете зарабатывать на пассиве. Ну а я вот за прошлый денек здесь набил, получается, 116 рублей, и давайте их выведем. Вывод денег здесь доступен на Kiwi и Payeer кошелек. И предварительно номера ваших кошельков нужно указать здесь в настройках. Я буду выводить на Kiwi, так что Kiwi указал и сохранил. Поэтому при выводе здесь просто выбираем Kiwi. И минималочка на выплату здесь всего лишь 10 рублей. Это одна из самых низких минималок, которую я вообще когда-либо видел. Итак, друзья, я не знаю, как это произошло, но камера, вот эта камера, на которую я сейчас снимаю, она почему-то выключилась именно в момент записи. Я не записал, как я поставил на вывод. Но вот, смотрите, в 13.02 я деньги поставил на вывод, деньги здесь приходят автоматически, и они сразу же ко мне пришли на вот, на Kiwi кошелек в 13.02. Я до этого заказывал вот сегодня с утреца выплату 10 рублей. В общем, вот, все четко пришло, даже давайте обновим. Супер! Дебильная камера, блин. Дальше идет сайт CashClicks. Он позволяет зарабатывать в долларах, а это сейчас невероятно прибыльно, потому что курс доллара очень сильно поднимается, и при переводе в рубли можно сойти с ума от того, какие крупные суммы получаются за суперобычные действия. Итак, тут есть несколько способов заработка. Первый – это просмотр рекламы. А если быть точнее, здесь вы смотрите сайты. Вот, открываем абсолютно любой сайт. Нас перенесло на сайт, здесь запускается вот такой вот таймер. Дальше надо пройти капчу и выбрать картинку, которая отображена здесь вверх ногами. Все, нам за это заплатили. Получили мы здесь с вами вот такую вот сумму – 0,001 доллар. В рублях это приблизительно 0,13 рублей. Итак, эти сайты смотреть можно вообще бесконечно. Также здесь есть заработок на просмотре YouTube видосиков. Вот, выбираем абсолютно любое видео, включаем его, и каждое видео здесь нужно посмотреть всего лишь 5 секунд. Вот, осталась 1 секунда, смотрим, все. Нам за это автоматически упали деньги на баланс. Дальше идет супер прибыльный раздел, это регистрация на сайтах. Вот смотрите, вам надо просто зарегистрироваться на этом сайте, за это вы получите 0,50 долларов. То есть это полдоллара, а полдоллара сейчас это практически 70 рублей за одну простую регистрацию. Это, друзья, просто жесть, и только с этого раздела можно вытаскивать по 400 и даже по 500 рублей в сутки. Плюс ко всему, заходим во вкладочку Offer Walls, и здесь есть такая вот вкладка,
вкладочка Lootable. Здесь вам платят за установку различных игр и приложений на ваш телефон. Вот, например, надо установить эту игру, достигнуть линии 11 уровня, за это вы получите 300 центов. А 1 цент это примерно 0,05 долларов. То есть мы 0,05 долларов умножаем на 300, итого за установку этой игры вы получите 1,5 бакса. И 1,5 доллара для американцев, может быть, это и немного, но для нас это сейчас 200 рублей за установку приложения. И там их таких куча. А теперь самое главное. Как же отсюда вывести деньги? Смотрите, минималочка на выплату 2 доллара. Это примерно 250 рублей. Вывести деньги можно максимально удобным способом на Payeer кошелек. Так что любой из вас может точно вывести, ну а также выводят в криптовалюте, в биткоине и в лайткоине. Дальше идет приложение AddMoney. Я вам о нем тоже рассказывал. Тут вам для заработка надо просто перевести этот ползунок вправо, и автоматически запускается реклама, за счет которой вы получаете деньги. Вот, переводим ползунок, просто кладем вот так вот телефон, он запускает рекламу, но самое главное, что эта реклама автоматически закрывается. То есть вот, видите, нам сразу же за это заплатили, и через несколько секунд запускается следующая реклама. То есть просто перевели ползунок вправо, положили телефон и пошли заниматься своими делами. Пришли через несколько минут или часов, вывели деньги и снова запустили заработок. И это, друзья, чистый кайф. За каждый просмотр рекламы вам платят примерно от 0,01 до 0,10 рублей. Но вот здесь, как и в приложении Fire Money, частенько появляется рекламка в виде картинки. И приложение, к сожалению, эту рекламу самостоятельно закрывать не может. Оно может закрывать только видеорекламу. И чтобы обойти эту проблему, я нашел два способа. Способ первый. Когда у вас открылась реклама в виде картинки, то ничего не нажимайте и ничего не закрывайте. Пусть эта картинка висит, и приложение спустя 20-30 секунд поверх этой картинки откроет следующую рекламу, за которую вам уже заплатят. То есть она будет просто открывать всю следующую рекламу, накладывая на эту картинку. Но если вдруг наложится снова картинка, то вам за нее не заплатят. Поэтому для решения этой проблемы полностью есть второй способ. У меня для этого приложения есть специальный макрос, который будет помогать приложению закрывать абсолютно любую рекламку, картинка, видео, вообще не важно. И с ним, таким образом, приложение будет приносить вам деньги за абсолютно каждую рекламу и будет работать максимально эффективно. О том, где этот макрос скачать и как его установить, я рассказал в прошлом видео об этом приложении, это видео сейчас появится в подсказках, поэтому тоже его обязательно посмотрите. Но у меня здесь на балансе 87 рублей, давайте их тоже будем выводить, а вывести здесь можно на Payeer и Kiwi кошелек. Я буду, естественно, выводить заработанные деньги на Kiwi. Минималка на выплату здесь еще ниже, всего лишь 5 рублей. Ну и давайте ровно 80 рублей выведем, поэтому нажимаем вывод. Все, заявочка принята в обработку. Деньги здесь тоже приходят моментально. Вот, видите, все, 80 рублей капнуло на Kiwi. Супер. И вот заходим на Kiwi, ровно 80 рублей к нам пришли в 13.18, сразу как только мы заказали. Даже обновим, бомба. Дальше идет не приложение, а просто бомба. Называется она автосерфинг. Суть заработка в том, что мы просто нажимаем «Начать добычу наличных», и приложуха сама по себе начинает смотреть сайт за сайтом, и при этом вам за каждый такой просмотр платят. То есть тут не надо эти сайты открывать, закрывать самому, не надо проходить капчу, вообще ничего не надо. Просто кладем телефон и ждем, когда этот таймер подойдет к концу. Итак, вот смотрите, таймер подошел к концу, ждем, все, нам за это заплатили, и приложение запускает следующий сайт. И так оно делать будет по кругу, пока не закончатся сайты. А сайтов здесь просто тысячу, поэтому приложение может работать просто днями напролет. И смотрите, за каждый сайт вам автоматически платят 0,0005 долларов. В рублях это приблизительно 0,067 рублей. Да, это не супер большая сумма, но ведь вам вообще ничего не надо делать. Абсолютно каждый сайт сам стабильно закрывается, не надо ничего устанавливать, просто нажали кнопку и все. Это супер простой и кайфовый заработок, и его можно в любой момент установить. А минималка на выплату здесь 2,5 доллара, это около 300 рублей. И вообще я это приложение взял в выпуск, потому что здесь был вывод денег на Payeer кошелек. Но сейчас я зашел, и его здесь почему-то вот, как видим, нет. Остался только PayPal, хотя вот в инструкции указано, как вы выводить на Payeer. Надеюсь, что Payeer здесь снова в ближайшее время появится, и тогда будет максимально удобно выводить. Так что можно уже начинать копить минималку на вывод. Ну и как всегда, напоследок советую посмотреть видео, где я показал приложение, которое платит вам каждую секунду. Ну и конечно же, ставьте лайк под выпуск. Пока!